Всем привет, это Сенатор Блог, и сегодня я приехал на новый объект, на новую работу, и она находится вот здесь, в центре Ванкувера, в даунтауне. Очень прикольное место, с такими высотками. Сегодня хорошая погода, немножко моросит дождик, но в целом приятно и не холодно. Пойдем найдем наш объект, потому что я пока не знаю, где он находится. Все уже готовится к Новому году, и сейчас 14 декабря. Мы ждем, не дождемся, когда настанут новогодние каникулы. Здесь, в Канаде, Рождество 25 декабря. И у нас будут 2 дня выходных. Некоторые компании отдыхают прямо с 25 до 3 января, до 2 января. И 2 января уже все выходят на учебу, на работу. А вот в этом здании рассматривают заявления на визы, которые подаются из Канады отсюда, как и я подал на свою студенческую визу. А со студенческой визой идет и рабочее разрешение. Я поступил в колледж на разработку приложений для телефонов. Вот. И здесь рассматривают мое резюме. Но я надеюсь, они дадут мне положительный ответ, чтобы я смог остаться в этом прикольном месте. Вот. И сегодня я работаю с 8 часов, поэтому есть больше времени, чтобы поспать, но что-то как-то не спалось сегодня ночью. Уже привык вставать в 5:30, потому что ложусь в 8:30. Чувствую себя по утрам шикарно. В таком месте мы переоделись, и в таком месте мы работаем. Шикарный вид, центр города. Я уже облачился в такой костюм, и мы из дяди Паши сейчас начнем резать. Портфолио. Ты с нами? У нас туалет в соседнем здании. Мне дали такие ключи, которые подходят ко всем дверям. Вот такой здесь классно. Лобби. Ребята здесь работают. Мы тоже. Деловые теперь, как канадцы, работаем. Вот такой из нашего пентхауса открывается вид. На залив. На центр города. Очень крутые горы там. 2 миллиона канадских долларов стоит здесь квартира. Ну вот мы и закончили. Сложили инструменты. Уже вечер. Вырезали такие части. Всю квартиру затопило. И все сгнило. Вот весь мусор, который мы нарезали. Ну вот и закончился день работы на стройке, на таком прикольном объекте. И спасибо. Было тепло, было не очень много работы, но мы свое дело сделали. И теперь со спокойной душой двигаемся домой. Надеюсь, что нас здесь оставят до января. Ходят об этом слухи, пока не знаю, что будет завтра. Вот, я на коротком контакте, мне что сказали, сегодня то я и делаю. Вот. Но было прикольно приехать сюда, в центр Ванкувера, и посмотреть, что тут вообще, как происходит, какая здесь новогодняя красота, сразу появляется новогоднее настроение, находясь в таком зимнем, прохладненьком, небоскребном месте. Yeah.
Там пизда. Не, реально, у Андрея там пиздец. Там ебать кусок. Новый объект, на котором будем создавать вот эти леса. Там, кстати, наш другой объект на другой стороне. Вот с этого всего лишь шестиэтажного здания открывается вид почти на весь Ванкувер, центр города там. Горы, залив, очень много промышленных вещей. Приходят оттуда корабли с Китая, разгружаются на поезд и двигаются по всей Канаде. Здесь два таких порта больших, и когда на пароме переправляешься с одной стороны на другую, видно эти корабли. И вот такие вот обычные домики. Наша задача заключается в том, чтобы собрать из этих лесов здесь такую конструкцию, которая будет защищать крышу, перекрытие дождя и всех других воздействий негативных. Сейчас мы ждем нашего босса, который придет и расскажет самый лучший способ, чтобы собрать это. Потому что наших полномочий, как мне кажется, как выходит, недостаточно, чтобы справиться. Вот мы ждем команды. Здесь такие миленькие домики снизу и здесь. Метро здесь рядом, мне все равно будет ездить поближе. Так что если меня здесь оставят на этом объекте, будет здорово. Пока начинаем работать. Вышло солнышко немножко. Надеюсь, сейчас все немножко подсохнет. Мы тут уже что-то смогли собрать до обеда. Такие конструкции. И с той стороны. В общем, самое сложное начать. И мы уже начали, поэтому сейчас остается самое простое. Просто двигаться дальше. Сейчас покушаем. И будем делать дальше. Таких белоснежных шапок. Есть же! Это не метро? Ну вот такая у нас получилась интересная конструкция. День мы собрали там, здесь и здесь, и завтра я здесь буду, не знаю пока с кем, один. Сегодня был шикарный день и по работе, и по видам, и по впечатлениям. Вот сегодня вечером такой прекрасный видок, горы прям вообще оголились, такие шапки. Я подумал, все-таки здесь красиво в этом Ванкувере. Не зря я сюда оказался. Круто. Можно ехать домой довольный и наработавшись. Конечно, руки гудят от всего этого. Но что делать? Как-то нужно стартовать в Канаде. Даже немножко тяжело, если потом будет попроще. Вот на таких... На фоне таких красивых гор я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Это был Сенатор Блог. Ага. Мы приехали на ярмарку в магазин. Парковка здесь. Прикольная машина. White one. Okay, I like that blue one. So we have to do consecutive though. So doing the red one? No, we have to do it side by side, because otherwise it's... Mannequin, I don't know. It was a male mannequin, but it was in front of me at a store, and I thought it was the lineup for the fucking register. We're allowed to walk that. Thank you. I enter. Oh man.